В Сходнинской больнице оказывают помощь жителям нескольких микрорайонов. Это не только Сходня, но и Ферсановка и Подрезково. Неудивительно, что многих жителей испугало, когда в СМИ прошла информация о скором закрытии медучреждения. Почему мы спрашиваем? Потому что чувствуем, что девочки, вот персонал нервничает, что вот нас закрывают, ой, как человек, чего и как, куда мы денемся, нас выкинут всех. На деле причин для опасений нет, уверяет руководство больницы. Слухи появились, когда объявили о реорганизации здравоохранения в городском округе. Три подразделения вошли в состав Химкинской областной больницы. Это Левобережная поликлиника, Центр медицинской профилактики и как раз учреждение на Сходне. Но это лишь означает, что теперь в городском округе существует одно юридическое лицо, и жители могут лечиться в удобном им учреждении. Иными словами, вы можете прийти в больницу на Сходне или на Левом берегу, даже если прикреплены к поликлинике на Куркинском шоссе. Все отделения, которые были в здравоохранении городского округа Химки, они остаются. Мы не сокращаем ни одно отделение. Вопросы по закрытию этой больницы могли возникать, потому что шел процесс лицензирования. Я могу сказать следующее, что Сходнинская больница работала, работает и работать будет. По словам главврача, Сходнинскую больницу не только не закроют, но и добавят новые кабинеты в отделении эндокринологии, химиотерапии и паллиативной помощи. Также впервые будет открыт онкологический стационар.